Мое почтение, дамы и господа, вы на канале Best Video Games, с вами Headcrab, и мы продолжаем прохождение игры Majesty. Значит, что мы в прошлой серии, что нам удалось сделать? Нам удалось в одной из миссий на эксперта, насколько я помню, продержаться до лича. И сейчас нам предстоит продолжить игру. Мы загружаем с того места. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Так, не то. Вот, судный день. 11-й день. И нам предстоит этот судный день все-таки пережить как-то. Ваше Величество, королевская казна почти так, пуста. Так, вот сюда вот лично пойдет. Я у вот... меня еще много дел. Я вот думаю, как бы это защитить. Перенести никак не получится эту плачу карлика. Так, я думаю, стоит попробовать построить тут быстро башню за 1000. Может, это хоть как-то поможет. Сейчас быстренько денежку снимем. Да, и хватит на одну башню. Я думаю, гномы тут быстро сейчас ее построят. А такую, конечно же, башню я не смогу, нет. Тут не построить ее. Тут не удастся построить ее. Вам, глупым смертным, не остановить меня! О, с этой стороны. На этот раз они с этой стороны попались. Ну, я думаю, тут удастся отбиться нормально от вот этих. С этими будет проблема. Главное, чтобы тебя оживляли постоянно. На них, на, только на них надежда вся. Только на этих вот 10 уровня надежда, пацанов. Ой, 6 уровень уже потерпает. Во имя света я вижу зло. Так, вот тут 10 уровень надо, чтобы он выжил. Ваше Величество, новое здание построено. Даурос тебя пощадил. Пока что. Так, пацаны, помогайте. Даурос тебя пощадил. Пока что. Ой, хорош, маги подоспели. Давайте, пацаны, помогайте. Помогайте. И все у нас получится. Я устал. Ого. Отражение магии, короче. Во интересно. Имя света. Я достигла просветления. Я становлюсь сильнее. Давайте этого лича мочите, ребята, всеми возможными средствами. Хорош, пепелит, испепеляйся. 6 уровень. Я становлюсь сильнее. Хорош. Денежки хватает пока что. Я способна помочь еще очень многим. Неужели они смогли? Да, лича я замочили. Вижу зло. Они замочили лича. Они замочили лича я на этот раз. Устал. Они на этот раз замочили лича. Это замечательно просто. 50 уровень еще живой у меня. Ну, блин, тут выгреб. Основной выгреб паладин. Паладин вообще красавчик. Так, гномы. Так, этих надо чуть оживить. И готовиться к... Вот этот паладин, 10 уровень, да? Да, она просто молодец. Паладинша. И теперь нужно кузницу построить им, чтобы они немножко апгрейднули. Так, тут поставим пост небольшой. И опять где-то замочили, да. Вот этим вот ударом молнии огрело кого-то.
Так, мне кажется, нужно паладинов еще настроить. Паладины тащат. Неописуемо тащат. Отбили всех, всех абсолютно. Блин, ну как ты от... А, блин, опять молнии. Та молния уже задолбала, блин. Как решки мы их мочат. Ой-ой-ой. Ух ты, Ваше Величество, ух ты. Недавно обнаруженное поселение желает войти в состав нашего королевства. Замечательно. Это просто замечательно. Ваше Величество, новое здание построено. Чем больше героев, тем больше шанса выжить. Тем больше шанса выжить. Так, так, так. Ваше Величество, новое здание построено. Гномы вот эти Ваше классные величество, тем, чем, что они... Они чинят. Уста. Они тоже умеют чинить. Это бесподобное у них умение такое. Я способна помочь еще очень многим. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение желает войти в состав нашего королевства. Отлично, мне главное успеть скупить их всех. Я думал, может еще один рынок поставить. Еще один рынок никогда не помешает. Еще один рынок не Ваше помешает. Ваше Величество, местный кузнец предлагает новые услуги. Так, тут отбились. Отлично. Деньги, дребеденьги. А, тут еще один вампир какой-то. Два бродячих осталось. Так, эти храмы, это клево. Ярость Кролма, это вообще имба тоже офигенная. Но как нету имбу использовать, интересно. Так, вот эти гели, они хороши тем, что они смогут тех демонов хорошенько мочить и контрить. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение желает войти в состав нашего королевства. Ух ты, еще одно поселение. Замечательно. В прошлый раз мне не удалось так быстро его найти. Ваше Величество, новое здание построено. Так, варвары, варвары. Я помню, они хорошие. О. Да поможет мне Агрелла. Может нанимать уже даже дешевле. А стоп, воин. А нет, я Агрелла хочу. Улыбается мне. Я хочу паладина, блин. Как мне паладина? Я не хочу этого. Воин раздор. Я хочу паладина. Блин, мне придется эту штуку уничтожить, наверное. Да, я уничтожу ее. А вот теперь паладин. Ваше Величество, недавно обнаруженное поселение желает войти в состав нашего королевства. Да хорошо, но, блин. Ой, все, пошло, пошло, пошло говно по трубам. Мне бы сейчас ярость Кролм объявить. Бесценно было бы, конечно. Но денег не хватит пока что. Ой, вот это тоже тварь. Охотник. Так, пережить, пережить надо, пережить эту напасть. Так, чё это они тут нашли себе соперников големых? Противник слишком силён. Они тут все взбиваются в кучку. Они когда в кучке, они особо опасные.
кучки они особо опасные. Да поможет. Ваше Величество, а что четвертого уровня только? Почему не пятого? О, нет, 10 уровень, бляха-муха. Агрелла улыбается мне. Я живить я не смогу. Так, то хоть тут уберечь его. Давайте, пацаны, давайте, вместе получится. Все, текаем отсюда. Блин. Угасает она. Так, тут пацаны справились, давайте следующую. Этих двоих, 2-2, пацаны, давайте. Не, бегут страхи. Ух, у них хорошо, у них... Не действует на них эта магия. Не действует. Так, ну тут этого, я думаю, закоцают. Пятьсот. Блин, я кого-то тут потерял, да, 11 уровень потерял. Почему эти не лечат? Почему эти не лечат, когда надо? Слава Даурасу! Ой-ой-ой-ой, надо успеть. Даурас тебя пощадил. Бежит в страхе, ничего себе, я думаю. Я вижу зло. Блин, надо в библиотеке было сопротивление. Я способна помочь еще очень многим. Так, ну уже замочите его, что ли. Хоть этого демонов уже как-то. Ваше Величество, исследование в библиотеке совершено. Давайте, пацаны. Нет, ну как? Как такой прошел урон-то, а? Как такой урон сраный прошел? У этого хорошая защита. Не знаю, что его так защищает от этой магии, но реально защищает. Допустим, он сейчас убьет этого, а того еще нужно замочить. Давай, ребята. Ребята, сопротивляйтесь. Есть. Ху. Где еще один тут? Вот он. Опасный чертенок ходит тут. Без намордника. Куда полетел? Во имя света! Ужасный, а, вот ты куда полетел. Так, ну теперь мне его контролить надо. 50 уровень это. Он просто обязан выжить. Живи, дружище. Этот, блин, ого, откуда пошел прям защищать. Давай, мочи. Во имя света! Хорош. Так, немножко пооживляю их. Куплю. Кого смогу. Паладинчиков.
Тут все живы. Вот эти вот хорошие такие, блин, офигенные у них. Я способна помочь еще очень многим. У них классный этот вот резист против этих демонов огненных. Так, надо сохраниться, короче. Фу, 18-й день. Пережили мы еще одну волну. Я пойду неизведанным путем. Можете меня поздравить. Мы пережили еще одну волну дикарей. С кем они еще тут? А, с крысами. Сражаются. Так, нужно библиотеку, чтобы починили, тогда я смогу в этой библиотеке изучить заклинание противостояния. Во имя света! Ты играешь с огнем! Ваше Величество, местный кузнец предлагает новые услуги. Интеллект. Я вижу зло. Кузнец, хорошо, кузнец. Предоставляю. Тут еще что-то может быть, кстати. Какой еще там может быть храм третий? Кто это рискнул потревожить мой сон? Все, полетели. Полетели драконы. А где самый большой дракон? Не знаю. Вот тут они уничтожат эту хрень. И, а, вот этот еще. Трехглавый хрен. Ваше Величество, исследование в библиотеке завершено. Ну еще где-то должно быть трехглавый дракон. О, еще и демон появился. Черт, как вы меня достали, демоны. Моя душа светит все ярче. Так, я не знаю, микроменеджмент за кем. А вот этот дракон. Он реально тут сметет эту хрень. Пацаны, давайте. Живите. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Так, тут отмахались от одного. Второго тоже, я думаю, сейчас замочат. Мой лорд, строение усовершенствовано. Так, тут надо гномиков немножко возродить. О, блин, прилетел. Говно прилетело, блин, трехглавое. Темные силы одержали победу. Моя душа. Это где? Светит все ярче. Где? Блин. Тяжелая работа – это большое счастье. Просто тут не успеваю нахрен. Оу. Ой, развалили эту штуку, блин, это просто, это фейл, ребята. О. Слава Даурасу. Блин, да как? Они сейчас еще это завалят. Блин, ну и вот как против них? Против них как? Чем воевать против них? А, блин, надо было скелетов настроить. Я это сделаю, кстати. Я это сделаю, если они все-таки... Если я не смогу от них отмахаться, то я как раз это и сделаю. Все, эти демоны всех мочат. Просто лазят и всех убивают. Это просто пипец. Десятый уровень. Блин, мне даже живить уже неким. Тут разбомбили эту штуку. Разбомбили. Блин. Ну, теперь я готов на все. Я реально к этому готов не был. 50-й уровень замучили. Но я ничего не мог сделать. По ряду очень важных причин.
Тут уже ничего не успеваю. Я не знаю. Бог ветра помогает мне. Эти вроде неплохо так валят. Драконы, блин. Не, ну драконы еще такое. Вот демоны вот эти вот. Огнедышащие. Вот это основная, блин, трабла. Развалит. Ветра помогает мне. Не, это бесполезно. Демоны просто уничтожают. Я пойду неизведанным путем. Демоны. Жаль, что тут не уцелел этот храм. Там была магия хорошая. Ярость Кролма я бы сделал, но не могу. Ярость Кролма не могу я применить. Ух ты, тут выжили пацаны. Я устал. Я пойду не искать. Двоих сразу. Я пойду неизведанным путем. Да как я раньше убивал этих демонов. Драконы, блин, ну драконы, блин. Вот проблема. Ваше Величество, наш замок в осаде. Не, я тут не отмахаюсь, надо сразу же загружать мой сейф. Блин, только где он, я не помню. Судный день. Вот, 18-й день загружаю. Ваше Величество, моментально. Королевская казна почти пуста. Моментально надо строить некромантов. Не знаю, я не помню, когда они сейчас нападут на нас. Некромантов, а также... Кого? Вот тут построить еще надо будет... 1000, оно дорого стоит. Вот тут надо построить оборонку какую-то. А как? А как эту оборонку построить, если денег нет? Именем короля. Если есть, то очень мало. Ты играешь с огнем. Стой! Если есть, то очень мало. И тут надо построить башню. Ну вот тут важнее, мне кажется. Этих, не знаю, лучников нанимать, нет. Сейчас посмотрим. Кто это рискнул потревожить мой сон? Блин, так быстро я просто не ожидал. Почему так быстро? Демоны. О, теперь... На этот раз тут основной удар при... Блин, упал. Ну и как это? Вот сейчас они уничтожат и все, и тут вообще без шансов тогда. Никто не поможет никому. Нужен ярость Кролма, но у меня денег нету. Блин, еще этот трехглавый осел. Не, вот тут самое, блин, обидное. Развалили. Так, а где тут лечилка ж была? Нет, тут лечилки не... Ага, вот в этом зеленом я уничтожил. Может, я зря уничтожил это поселение. Возможно, я зря это сделал. Так, тут что? Ух ты, эти выжили. Это где? Шестой, пятидесятый? Нет, пятидесятый уровень, мне надо оживить
Что бы там ни стало. Это не дело. Очередного, блин, убили. Ну это девятый, блин. Девятый — это не так страшно. Я стал сильнее. Так, ты куда пошел? Моя душа светит. Все ярче. Ребята, давайте мочите все вместе. Вы что, тут одного не можете этого убить, дракона, что ли? Тяжелые испытания закаляют характер. Паладины дохнут, все, развалили тут все. Теперь паладинов я строить не смогу. Так, завалили зато этого, блин, трёхглавого придурка, и тут, не знаю, тут вроде никого не завалили. Пацаны, отбивайтесь. Папандос. Ой, да сколько можно, уже тут одна плюха сделать и убиваете его. Гасает она. Я не помню, тут эти демоны. Вроде с демонами разобрались, с демонами, это чудо. Остались драконы. Остались драконы. Так, ну эти чинить-то будут сами тоже, надеюсь. Так, малышей надо, гномиков полюбасику оживить. Так, вот эти справились, неужели? Так, тут еще воюют до сих пор. О, может скелета сделать с него? А, не получится. А это был бы неплохой выход. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Блин, эти тут не отходят и на метр от своего поселения. Секунду. Я вижу зло. Тут хоть отмахались, черт побери. Тут прям война не на жизнь, а на смерть. Оживить нечем. Извини, чувак. Я бы тебя оживил. Скелет. Почему я не могу скелет оживить? Увидание. Какое-то заклинание увядания сделал на него. Может, поможет? О, я отбился, надо сохраниться. Блин, это просто чудо. 22-й день. 22-й день, я отбился. Фу. Блин, они развалили, блин, изрядно все у меня тут. Просто. Просто развалили. Куча зданий. Я не хотел обидеть вас. Тут могилка появилась. Смотри, он замочил его в одиночку. Блин, он покидает, короче. Он, может, не вернется. К
Кого убили? Блин, какого... блин, это молния дебильная, она достала меня. Убивает рандомно, блин, всех моих этих вот низкоуровневых героев или слабеньких героев. Это, блин, прям напасть, если честно. Так, тут надо быстренько нанимать. Хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Да, блин, эта молния вообще свирепствует прям. 475 надо счет еще. Апну. Я не знаю, сейчас какая-то, наверное, будет такая волна, что я тут прям... И големы, мне кажется, эти, блин, здоровые големы, от которых отмахаться просто unreal. Что мне с ними делать, с этими големами? Ваше Величество, у меня паладинов. Кузнец предлагает новые услуги. Мне, кстати, ни одного паладина не осталось. И ни одного того, блин, монаха. Для меня большое счастье служит вам. Ни тех не осталось, поэтому, мне кажется, у меня будет папандосик тут очень, очень серьезный. Только вот эти вот... Мы одержали победу, Ваше Величество. Блин, все-таки драконы были последними, а я ожидал еще увидеть этих големов, короче. Этих убийственных здоровых големов, которые с одной плюхи там могут вальнуть, блин, не знаю, 8 уровня паладина. Такое бывало, насколько я помню. Так, очень сложный уровень был. Получилось аж 2 серии. Мы это сделали, мы победили. Загружались, конечно, сколько там, 3 раза загружались. 3 раза пробовали, 3 раза загружались, но все-таки прошли. Очень напряженный уровень, но мы это сделали. Посмотрим результаты. Все кончено, Ваше Величество. Мир восстановлен. Эта победа обошлась нам очень дорого. Однако мы смогли спасти страну от верной гибели. Теперь можно немного отдохнуть, а затем готовиться к новым испытаниям, которые судьба уготовила Ордане. Это правда. Нанято 92, погибло 60. В живых 33. Средний уровень 6. Не давали жить мне. Жизни не давали эти демоны, блин. Уровень опасности 72. Не такой уж большой, хотя, мне кажется, тут самый большой уровень опасности был из всех миссий, которые я выполнял. Так, ну что же, выполнили мы все южные квесты. Южные квесты, чтобы вы понимали, ну вы, в принципе, это и сами, думаю, знаете, если вы знакомы с Majesty. Это все, все миссии из оригинальной игры. Из оригинальной игры мы все миссии уже прошли. Остались миссии с дополнения. Вот эти. Там, в принципе, очень много нововведений, новые издания, новые юниты. Новые монстры, поэтому для меня это тоже будет новинка, потому что, честно говоря, дополнение я не проходил. Даже вот когда первый раз играл в эту игру. И для меня это тоже будет неожиданностью. Да, тут есть еще скрытые тоже. Видно, что квесты секретные. Я думаю, эти все квесты северные, они будут на голову сложнее, чем те, что мы выполняли. В оригинальной, с оригинальной игры. Поэтому там еще есть и есть что проходить. Будем проходить Северные Земли. Но это уже в следующих сериях. А на сегодня все. Пока-пока. До новых встреч, друзья.